Еще разочек, дубль 2, кадр 1. Ребятушки, привет! Меня зовут Андрон, ты на канале Лесин. Андрон Лесин. Сегодня здесь я не один, сегодня со мной великий и ужасный человек-человек. Вы так просили о фите с ним, вы так просили об очередной зарубе с ним. Так вот он, барабанная дробь, аплодисменты, встречайте. Стас, подай голос, пожалуйста. Ребят, всем здорово, я не сдох, я живой. Ребятушки, мы сегодня решили зарубиться. Мы сегодня решили зайти со Стасом к Габену, Гейбу в гости. Каждый из нас потратит по 10 тысяч рублей. Каждый решает на что, как, зачем и почему он потратит эти 10 тысяч рублей. Но задача каждого из нас — вытащить как можно больше из кармана Габена. Зарубились же мы со Стасом на сумму. Человек, напоминай, на чем мы с тобой решили зарубиться? Кто, вернее, никто. Кто я знаю? Я знаю, кто кому отдаст. Я хочу спросить, сколько отдаст? На какую сумму мы с тобой рубимся? У нас же заруба, у нас же челлендж. Проигравший отдаст победителю... На 15 тысяч. Пятнашка, легко. 15 тысяч мне не помешают. Я готов начинать. Нихуя, нет. Они будут мои. Ну, посмотрим. Посмотрим ровно через, я думаю, минуток через 5-6, после того, как мы закончим все свои открытия дропы, мы с тобой увидимся здесь еще разочек и посмотрим, чьи они будут. Бро, ты не будь себе так уверен. Погнали, полетели, братиш. Поехали, успехов, начнем. Удачи, с Новым годом, счастья с 8 марта. Всем пока. Всем привет. Поехали, бро, поехали. Ну что, готовность номер один. У меня на балансе 10 037 рублей 20 копеек. Да простит меня человек за 37 рублей 20 копеек. На балансе у меня 10 тысяч рублей и поступляет следующим образом. Смотри, какой у меня план. Во-первых, я проверю одну теорию одного очень уважаемого лунопарка. Я открою 50 капсул. Это на разминочку. Дальше я открываю 3 кейса операции «Сломанный клык». Мне оттуда дропается прямо с завода статрековская эмочка «Поток информации». Вроде бы она называется. Я счастливый и довольный. Желаю отпраздновать этот фееричный выигрыш. Дарю вам ножик какой-нибудь наваху. Все счастливы, довольны. Я человек и выиграл. Закрыт вопрос. Если же так не случается... Так случается... Пойдем посмотрим, что из этого может получиться. Ну что, я в инвентаре и готов продолжить. У меня в инвентаре лежит 50 капсул легенд РМР-2020 и 3 кейса операции «Сломанный клык». За все это я отдал 50 наклеек, это 950 рублей, 50 капсул 950 рублей и 3 сломанных клыка, это суммарно вместе с ключом 786 рублей. То есть я на данный момент потратил 1736 рублей. Смотри, как это делается. Просто, вот тебе музычка, наслаждайся. Начало положено. Двигаем дальше. Это номер раз. Ниндзя в пижамах золотая. Ну, золотая, красная, кто как. Слушай, ну неужели твоя теория работает, лунопарк? Пойдем посмотрим, чем все это закончится. Вот здесь вот стоп-музычка. Слушайте, ребятки, осталось три. Где они? Вот они. Осталось три капсулы. Осталось три капсулы, и впереди нас ждет три кейса «Сломанный клык». Три капсулы в абсолютной тишине. Спокойненько, не торопясь. Чекай сюда, смотри, на что все это похоже. Это раз. Это два. Ну и вот это три. Давай посмотрим с тобой, что нам скажут кейс операции «Сломанный крылок». Поехали, открыть контейнер. Три ключика, ребятки, всего три ключика. Смотри сюда, на что все это похоже. Чекай. Раз. Барабанную дробь. Кто-нибудь выдайте барабанную дробь.
дружище. Хорошо, но у нас же есть еще два. Да, детка, да, детка, да, детка, нет, это не статрек, но все же... 0.23. Ну пусть будет так. Ладно, слушай, это 1003 дропа, я думаю, не меньше. И третий, смотри сюда. И все, у меня в запасе остается еще около 8000, и победа уже моя. Давайте так, итоги подводить рано, но я думаю, вот на этом уже практически можно останавливаться. А что мы делаем дальше? А дальше на все оставшиеся деньги я закупаю призму вторую, да, призму вторую. И просто одну за другой, погнали, полетели, ребятки. Вот они перед нами, 41 кейс призма вторых. Пойдем посмотрим, что надо рубниться из этой пачки. Открыть контейнер. Поехали, ребятки, давайте, без всяких там туда-сюда в нашем обычном режиме, со включенными комментариями с моей стороны. Первое, я даже не помню, как он называется, кот-истребитель. Слушайте, я помню, когда только-только появился этот кейс, мне этот кот-истребитель дропнулся, я довольный был до жути, но на сегодняшний день нет. Хотя, жаловаться не стоит, потому что все, что мне нужно, у меня уже есть. Мне только не хватает, я не в курсе, кстати, что дропается, как ножик. Кто там это? Не королева пуль, кто, как ее зовут? Забыл, как ее зовут. А, второй игрок. Да, второй игрок я бы с удовольствием принял. И еще с большим удовольствием я бы принял, что отсюда дропается? Ножик или перчатки, я не помню. Мне кажется, ножи, да? Призма вторая, дропаются ножи. Ты же отлично знаешь, что дропается отсюда. Пиши мне в... Хотя не пиши мне в комментариях. Я сейчас вытащу отсюда то, что дропается отсюда. К чертям комментарии. Справедливость розовенькая. 0.31. Сколько она? Рублей 300-400 стоит. Человек, готовься. Все, я... Каждый раз... Слушайте, кто заглядывает ко мне на стримы, кто смотрит мои ролики, в курсе. Когда я открываю просто так, мне не дропается ничего. Когда я открываю в зарубе с кем-то... детка, держись. Темнокрыл. А чё радуюсь? А радуюсь, потому что у меня уже есть эмочка, поток информации. Она не немного поношена, она, наверное, после полевок. После полевок эмочка, поток информации у меня уже есть, и это уже супер здорово. А мы подходим к концу первой двадцатки, да? Поехали, следующие 5 кейсов фастом. Не люблю фаста. А поехали все оставшиеся кейсы под музычку, а? Погнали, полетели. Вот он, крайний кейсик. Я в предвкушении. Ох, ребятки, я в предвкушении. Крайний кейс говорит нам... Да иди ты... Лесом, говорит нам крайний кейс. Негий прототип. Отлично, слушайте, есть, готов дроп, но из этого дропа... намного выгоднее, безусловно, для того, чтобы претендовать на победу, намного выгоднее оставить весь этот дроп и суммировать, посчитать, сколько он стоит суммарно. Но мы же здесь ради чего? Мы же здесь ради контента. А для того, чтобы дать вам контента, мы сделаем пару крафтов. Это будут невыгодные крафты, но мне просто вот этот огромный объем синьки мне хочется разменять немножко на фиолки. А потом у меня собралось энное количество фиолки. Из этой фиолки мы сейчас с вами забабахаем. Чекай, я тебе 100% даю. Мне сейчас дропнется розовая. Из фиолки мне дропнется фантомный вредитель. Вредоносная фаина. Кто помнит вредоносную фаину? Пойдем посмотрим, что из этого получится. Первый контракт. В общем, ничего особенного мы не ждем. P2000 протравленный. Контракт номер 2. Ого, принес нам SSG-шку «Горячечные грезы». И третий контракт говорит нам...
Принудитель. Отлично. Пойдем выходим с фиолками на одно розовое и подводим итоги этого ролика. Есть готовность. Ребят, поехали. Вредоносная Фаина. Нет, но пусть будет так. Дискотехника, в общем-то, тоже да. И знаете, что мы сделаем? А мы вот эту дискотехнику, мы вот эти АВП-капилляры и вот эту дигл-синюю фанеру разыграем. Подробности о том, что, как, зачем и почему, в конце ролика, в закрепленном комментарии и в описании к этому ролику. Стоп! У меня же в остатке еще 330 рублей. 30 мы убираем, потому что их было на 30 рублей больше. 300 рублей, а это, дай бог памяти, 300 разделить на 19, 15 капсул, ребятки. Еще 15 капсул и закроем этот вопрос. Пойдем, 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 с удовольствием потратим их. Скучно, девочки. Скучно. Вот я в инвентаре и готов подвести итог. Сегодняшний топовый дроп – это, безусловно, эмочка «Поток информации» за 4174 рубля. Также есть две золотые наклейки и суммарно… Внимание, барабанная дробь. 6999 рублей и одна копейка. Ребятки, 6999 рублей, одна копейка. Вот она. Вот он, мой лучший дроп сегодняшнего дня. И на этом можно было бы поставить точку, но хочу тебе напомнить, что, где? Раз. В розыгрыш. Два. В розыгрыш. И три. В розыгрыш. Подробные условия в закрепленном комментарии. Пойдем к человеду, пойдем посмотрим, что дропнулось у него. Пойдем посмотрим, кто же выиграл сегодня, кому достанется помимо вот этого маленького. Ну слушай, тут плюсом сложно назвать. Это, конечно, не особо плюс, это минус, безусловно. Когда отдаешь деньги Габену, обратно он тебе всю сумму не отдаст. Но пойдем посмотрим вот к этому небольшому плюсу, сколько и кому, сколько-то мы знаем, кому еще немножко дропнется. Поехали к человеду. Ну, я рад тебя снова приветствовать. Мы созвонились. Итог? Да. Пиздатый итог. Мне фартануло. Вот не хочу больше открывать в КС-ке, честно, но под последний кейс мне очень повезло. Да ты чё? Ну, давай рассказывай, кто начнет? Давай ты начни, потому что я по-любому тебя буду на лопатки укладывать. Начинай ты. Поехали, бро. Но еще вот момент, ребят, во-первых, халява будет в прикрепе, во-вторых, ссылка на канал каждого из нас, то есть у меня на канал Комбата, будет, например, в описании. Однозначно, я сделаю то же самое с огромной радостью в закрепленном комментарии, в описании, ссылка на человека будет, ребятки, обязательно загляните к нему и посмотрите ролик его глазами, глазами его монтажера, то, что видел он, что переживал он и как переживал он, это однозначно интересно и важно, ребятки. У Егора объебанные глаза, это лучше не смотреть. Это лучше не видеть. Егор, привет. Егор, если что, у меня открыта вакансия монтажника, монтажера, так что... Монтажника. Монтажник. Да, ты смотри аккуратней с Егором, а то заберу у тебя Егора. Поехали, бро, давай уже, я не могу больше терпеть. Твоя цифра. Или потихонечку подведешь меня. Подожди, стой, я открыл, вот что открывал. Сломанный клык, CSGO 20 кейс, разлом, ну и вроде бы как все. Много. Давай расскажу, что я открывал. Я открыл сначала 50 капсул, которые ты не хотел, но я их очень люблю. Я открыл 50 капсул. Потом я открыл всего 3 кейса «Сломанный клык». Потом я открыл 41 кейс, дай бог памяти. Да, отлично. 41 кейс «Призма 2». И у меня там оставалось еще какие-то там 300-400 рублей. Я открыл еще 15 капсул. Ну и твой дроп. Какой кейс тебе лучше всего выдал? Какой кейс выдал тебе? Вот давай, откуда ты лучше всего вытащил? Лучше всего, сейчас скажу, подожди. Так, давай на 3-4 одновременно скажем, назовем название кейса. Два. Три. Разлом. Сломанный клык. Но самый прямо дорогой дроп, дороже всего, чем не падал, наверное, за последний год, это разлом. Да ты чё? Ну чё у тебя? Давай, я не могу больше терпеть. Ну хоррэ, у меня уже этот. Самая дорогая у меня это М-ка. М4А4. М-ка, у меня тоже М-ка. А у меня М4А1С. Блядь, поток информации. И поток информации. Я открыл, бро, 3 кейса «Сломанный клык»
Второй кейс по счету, поток информации. После полевок 4600. Бля! Сорян, братиш! Сука! Ну. Я как бы на 2400 получил дорогу. А, ну слушай, неплохо, неплохо. А в общем, разлом, что у нас там? Что в разломе лежит? Что за эмка? Да, бля, я не знаю, эмка, зубная фея засекреченная прям. А, ну блин, ну неплохо, неплохо. Ну плюс у меня еще 3 золотых капсулы. А, ну охуенно, в принципе, да. А, ну, короче, блядь, я сделаю перевод 15к, Егор вставит это. Я буду ждать, спасибо. Погоди, ну погоди, а конечная сумма-то какая у тебя вообще? Ну, 2400. Бля, бро, ты серьезно, что ли? Да, мне МК за косарь. Слушай, не ходи к Габену. Слушай, твоя история, это сайты и все, что с ними связано. Но мой итоговый дроп 6999 рублей и одна копейка. И 15 кусков, бля. Охуеть. И 15. Ну, 15 кусков это просто маленький бонус. Спасибо тебе за него. Я съем немного мороженого, и если хочешь, пришлю и тебе чуть-чуть. Ты со мной или нет? Ну-ка, рассказывай. Будешь мороженку прислать тебе? Ну вот смотри, у тебя в ВК друг, по-моему, только один с галочкой. Больше это друга. Друг у меня только один с галочкой. Все, друг с галочкой. Тогда с меня мороженка. С меня мороженка, с тебя пятнашка. В общем, сейчас на экране, ребят, будет. Да не расстраивайся. Я думаю, мы еще зарубимся, если ты не против. Но об этом мы поговорим позже. Об этом позже. Но не вздумай расстраиваться, бро. Я мороженое тебе пришлю. Ты о чем? Прекрати. Какие расстройства? Печень, блядь, желудок. В общем, ну, на этом можно заканчивать. На этой радостной для тебя нотке. Блин, братиш, мне каждый раз так неудобно перед тобой. Но ты не держи на меня зла. Это не я. Это не я. Слушай, это Габен. Габен дважды говна кусок. Во-первых, он говна кусок, потому что тебе не выдал. Во-вторых, он говна кусок, потому что мне он выдал. Но хотя, давай я, знаешь, что хотел бы отметить? По итогу, да? Безусловно, по итогу, по финишу прям. Но это не окуп. Ну, десятку ты вложил, и вот я 6 900, 7 тысяч я оттуда вытащил. У тебя, конечно, похуже, но, блин, ходить к Габену — это такая себе история. Итог. Не открывайте итог. Кейсы, лучше донатьте на Бонгокамс. Я просто не знаю, что это такое. Я понял, что это такое, бро. Я женат. Понял? Я понял. А, ну да, ты понял. Я понял, да, я женат, но там уже каждый для себя решает, что, как, зачем, почему, кому, в какой позе и за какую цену. Вот самое интересное. Да, бро, спасибо тебе огромное. Слушай, я получил огромное удовольствие. Я надеюсь, зрители наши получат огромное удовольствие. Я надеюсь на поддержку, подписку на канал, если на канале ребятки оказались случайно. На лайки, комментарии. Обязательно, ребят, обязательно комментируйте, пишите. Ваши эмоции, высказывайтесь. Это очень важно для нас. Я призываю вас комментировать, лайкать, дизлайкать. Не понравилось? Ставьте диз, ребятки. Но проявите активность, это очень важно для нас. Ну, я в свою очередь хочу сказать, что это пиздец. И больше нахуй. Поддержите, пожалуйста, лайк, мой ребят. Мой хороший, давай, добра. Всем добра, спасибо. Спасибо тебе, Комбат, огромное за участие. Я был очень рад тебя слышать, видеть, бро. Всегда душевно, братиш. Вот на полном серьезе, душевно. Очень рад был тебя. Всем спасибо, всем пока. Пока. Ну, пизда. Не, ну, в КС-ке открывать это, конечно, такое себе. Бро, однозначно в КС-ке открывать это днище. Я следом, вот просто ради интереса, зашел на ту, вот, и вытащил оттуда ножик за двадцатку.